нас такие правила. Вы должны наставить все. Даже мятежный кризис. Все, 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 все
Где она? Сейчас мы тебя вылечим. Сейчас вылечим тебя, и тебя вылечим. Сколько и тебя вылечим, а ты на выставку пришел. Что ты сделал? На выставку пришел. Вот он. Я пришел подолбить. Вот вам выставка. Вот. Тогда уже будет выставка. Все будет. Сейчас будет все. Все хорошо. Я спокоен. Сейчас вылечим. Ты куда пришел? На выставку? Выставка, сейчас сделаем вам лечение, пропишем. И все, вам выставка пройдет. Пройдет выставка, пройдет. Сейчас идите сюда вот. Наши правила. Нужно же зацепилась. Как вы не понимаете, что выставка зацепилась за ухо? За ухо выставка зацепилась или не зацепилась? Где она? Понять. Когда же она уже начнет? Кто может это сказать? Выставку! 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 Дайте мне выставку! Выставку дайте мне! Сейчас мне выставку дадите или нет вы? Выставку мне дадите? Сейчас мы тебя выставим. Дайте мне выставку! Выставка будет сейчас! Выставку мне дайте! Вот выставка, посмотри, выставка! Выставка деревьев! Прекрасно! Прекрасно! Выставка деревьев и белого снега! Что может быть лучше в России, чем выставка снега? Что может быть натуральнее? Что, я вас спрашиваю, может быть натуральнее выставки снега? Сейчас будет выставка. Да это все вы нас позвали? Я пришел на выставку. Где она? Сейчас вылечим вас. Вылечим. Успокойтесь, вылечим. Выставка-то где? Сколько уже можно ждать? Выставка, вот выставка. Нас наебали, не будет никакой выставки. Не будет выставки, нас будет наебали. Выставка, нас наебали, будет, ты меня лечишь. Не надо меня лечить. Не будет никакой выставки, я не знаю, что такое выставка. Что такое выставка? Успокойтесь, встаньте в кучу. Не, надо отсюда уходить. Не, сядьте, молодой человек. Сядьте, мы сейчас вылечим кучу.
Я устал. Все, все, аккуратненько, аккуратненько. Стоим в кучке стоим. Спокойно. Спокойно, мы вас сейчас все вылечим, вот вам выставка будет очень хорошая. Чего вы нас успокаиваете? Мы спокойные! Мы спокойные, не надо нас успокаивать! Почему нас тут держат? Спокойно, сейчас будет выставка. Да где она? Сейчас. Вот выставка, смотрите, какая выставка. Посмотрите на угол, вот выставка, вот вам все лечение. Давайте сейчас. Это камни, что ты мне рассказываешь? Я что, сумасшедший, что ли? Ты мне рассказываешь про камни, что ли? Это не выставка, это херня какая-то. Успокойтесь, повернитесь. Я спокоен! Я спокоен! Как вам об этом объяснить? Я спокоен! Я спокоен и был спокойным! Я родился спокойным и жил спокойным всю жизнь. Чего нас здесь собрали? Сейчас будет лечение вам. Мне не надо лечиться, я вылечен. Я здоров. Я здоров. Как вы меня не слышите? Я здоров. Я здоров и буду здоровым всегда. Зачем меня лечить? Вы хотите из меня урода сделать? Конечно.